Это новости ОТС. Мы продолжаем. В Сузуне открыли крупный сетевой супермаркет. Правда, некоторые местные жители за покупками туда не торопятся. Выяснилось, что здания возвели с нарушениями и есть риск обрушения перекрытий. При этом магазин все еще открыт. Почему, выясняли мои коллеги. Новость повергла жителей Сузуна в шок. В центре поселка открыли новый магазин. И все бы ничего, но здание, в котором расположился сетевик, находится в аварийном состоянии. Работники соседних магазинов и прохожие рассказывают, они были свидетелями обрушения перекрытий здания. Услышала, что был грохот очень большой. Мы сначала вообще подумали, что это землетрясение, а потом смотрим, ну, этот здание обрушилось. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда магазин открыт, в магазин-то ходите? Нет. Почему? Боюсь. А, действительно, перекрытие упадает. Скажите, пожалуйста, честно, в этот магазин пойдете сегодня? Да, я вообще туда не пойду. Ну, а родне бы посоветовали сюда заходить, в это здание? Нет. Почему? Да вдруг. Однако отбоя от покупателей в магазине нет. Те, кто не знают ИЧП, выстраиваются в очередь за товарами. Меж тем уже известны выводы стройнадзора о техническом состоянии здания. По обращению главы района, прокуратуры с привлечением инспекции государственного строительного надзора, а также отдела надзорной деятельности и профилактической работы, проведена проверка технического состояния несущих конструкций торгового центра, расположенного в рабочем поселке Сузун по улице Ленина, 15Е. Согласно выводам специалиста госстройнадзора, фундамент и крыша здания выполнены с нарушением требований проектной документации. Кроме того, обнаружено нарушение требований пожарной безопасности. Застройщику придется устранять все недоделки. К слову, вопросы градостроительства закреплены за первым заместителем главы района. А уже сегодня в районной администрации провели собственное служебное расследование. Выясняли, кто дал разрешение на эксплуатацию здания. Принято решение, эти люди уже уволены из аппарата администрации. Наши дальнейшие пути мы через суд будем опротестовывать это разрешение. Разрешение, подписанное сотрудниками администрации. И я думаю, в ближайшем будущем нам удастся вернуть все на круги своя. И те нарушения, которые при строительстве этого здания были допущены, они будут обязаны устранить. Мы все понимаем, что этот магазин представляет огромную угрозу жизни нашего населения. Встретиться с теми, кто поставил подпись на разрешение, журналистам, к сожалению, не удалось. От интервью отказались. Новости ОТС будут следить за развитием событий. Евгения Емельянова, Илья Чалых, Новости ОТС.